А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС-группы. Всем привет! Как вы могли заметить, я сейчас не со своего аккаунта, я сейчас с фейка. И как вы могли догадаться, меня все-таки наконец-то забанили. Не знаю, хорошо это или плохо, но все же я не понимаю смысл бана. Типа вот забанили они мой основной аккаунт, так я же могу 100 фейков создать и из фейков снимать видео. Мне вот это непонятно. Ну да ладно, это проехали. Сегодня я покажу новый обновленный Квикс. Что там добавили, что там изменили. Давайте приступим. Также ссылочка будет в описании. Так, ну менюшка, в принципе, почти такая же, как и в старой версии. Только получается дизайн немного изменился и стал черный фон. Вот, ну так-то прикольно, в принципе, выглядит. А скрипт хаб тоже, по-моему, немного изменился. И тут меньше вроде бы стало даже скриптов. Сегодня мы, кстати, проверим автофарм на Made City. Настройки. Вот в настройках тут побольше функций появилось. Кстати, смотрите, прикол. Нажимаете вот сюда, и вот эта менюшка сейчас появится вот здесь. То есть, если хотите, она может быть у вас слева. Если хотите, может быть справа. Вот, но мне почему-то удобнее все-таки, чтобы она была слева. Вот, также тут Inject версия 2.0 есть, если у вас какие-то проблемы с инжектом. Также Auto-Inject есть. И Inject Fix, если у вас не инжектится. Fast KMDS. Это у нас команды. То есть, допустим, они работают на любом плейсе. Захотел, допустим, я быстро бегать. Заинжектиться забыл, извиняюсь. Значит, смотрите, давайте инжектимся. И сейчас проверим хотя бы одну функцию. Так, все, инжект прошел, отлично. Иконка тут появилась. Так, давайте спид. Вот я нажал. Так, бегаю я вот по-обычному. Включаем F. Как видите, он работает. Только что-то меня застопило, ну ладно. Сейчас вроде должно отпустить. Все отлично. Ну, как видите, она работает. И все остальные тоже будут работать. Так, ну давайте, в принципе, проверим, как я говорил, автофарм. Заходим в скрипт хаб и нажимаем Made City. Так, вот он появился. Этот скрипт. Этот скрипт сразу уже встроен в сам чит. Так что можете скачивать. Переходить в скрипт хаб и нажимать на автофарм Made City. Также там есть и другие плейсы. Так, ну как видите, тут почти ничего не ограблено. Давайте нажимаем вот сюда тоглы. Как видите, он начинает грабить. Ждем немножечко. Так, сейчас он получается клуб вроде бы как грабит, если не ошибаюсь. Я просто уже давно в Made City не играл. Забыл, что где находится. Но вроде бы как это клуб. Так, сколько мы получим с него? Ага, 6 косарей. В принципе, неплохо. Отлично. Так, а если бы у меня, получается, был удвоенный рюкзак, я бы получил, получается, 12 тысяч. Интересно, а тут есть оно вообще, этот удвоенный рюкзак, или нет? Ну-ка. А где тут его можно глянуть? Ну, вроде бы как должен быть. Так. Вот, скорее всего, да, есть. Если купить VIP, мне кажется. А в VIP-е там, по-моему, он... Сразу автоматически у вас становится удвоенный рюкзак. Но это не точно. А, либо же... Нет, нет. Скорее всего, рюкзак не станет удвоенным, но кэш, по-моему, удвоится. Вот так вот. Так, сейчас мы уже находимся где? В банке. Отлично, мы уже тут грабим. Как видите, я вообще ни одного движения не сделал. Просто с вами сижу, разговариваю. Вот, только, конечно, камеры немного поворачиваю, а бегать я вообще не бегаю. Как видите, он сам все автоматически делает. Так, у нас еще осталось, что получается? Ювелирка, отлично. Так, тут прилечь вроде нужно, чтобы собралось. Все отлично. И остается что? Ага, пирамида, нифига себе.
Так, давайте тут тоже ляжем на всякий случай. Просто я знаю то, что когда в ювелирку тпхались раньше, вот я когда снимал этот скрипт, когда я тпхался в ювелирку, он не собирал. Вот эти, получается, драгоценности, которые там есть, вот. Чтобы он их собрал, нужно было прилечь. Вот, но я не знаю, может быть, это уже пофиксили, и может быть, уже не нужно ложиться. Так, все, он тут уже собрал максимум. Но что-то он долго собирает лишнего. Так, 7500, нифига себе. Круто. Так, а сейчас он пошел, получается, собирать всякие гаджеты. Ага. Так, ну давайте подождем немножечко. По косарю, получается, мне за каждый дается. Офигеть. Я вот, считайте, только что зашел, и у меня уже 36 косарей. В принципе, это довольно много за несколько минут. Так, сейчас он, получается, тпхнулся в дом. Отлично. И в доме сейчас у нас тут грабит. Так, ну, в принципе, я надеюсь, вы поняли, как работает этот скрипт. Все ссылочки, еще раз повторюсь, будут в описании. А если вам надо, можете скачивать и пользоваться. А, ну, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.